Я хочу с Эльмирой пообщаться. Мне очень приятно с ней общаться. Артём? Да. Артём? Чё? Ты чё? Чё? Чё, с ума сходишь? Чё, ты с ума сошёл? Нет, всё. Чё, всё? Да всё. Тебя день бесит просто. Да мне, блин, бесит то, что человек лицемер жесткий. Кто? Кристина? Кристина, мне все, мне такие люди не нужны в окружении. Все, ну, типа, точка. Я не хочу быть с ней вообще. Да я уже слышал, наверное. Я не хочу быть с этим человеком вообще. Мне противно, что рядом со мной такая девушка. Ты на приколе? Не, не на приколе, я тебе серьезно. Что она сделала? А, в то, что человек идет против меня. Все, он мне говорит, блин, я шла против тебя ради своего друга, который другом не является. А проходит 10 часов, она говорит, он, да, он мой друг. Мне такое неинтересно. Ну, мне просто, ты понимаешь, что у нее проблемы с русским языком, и она не умеет корректно подбирать слова. Мне это неинтересно, мне это надоело. Я с этим человеком по жизни идти не буду. Короче, у вас опять одеет в отношениях? Я не хочу с таким человеком быть рядом. Это из-за того, что третий человек у вас в отношениях? Я не хочу быть с человеком этим рядом, когда он опять меняет свои мнения по 10 раз на день. Почистите!